Друзья, опять в экоцентре сборка на чистых прудах. Сегодня ходил органику в лесопарк откладывал. Сейчас уже не органические отходы. Всегда, конечно, ужасаешься, сколько мы мусор производим, используем, не глядя, как что с ним делать, вообще как бы такие проблемы. Думаешь, блин, куда мы? Что-то пошло не так. Где мы свернули не то пути? Очень много фракций, удобно, близко от метро чистые пруды, каждый может приходить. Консультанты подскажут, все доброжелательное. Так что меньше покупайте мусор, меньше выбрасывайте его, находите вторую жизнь вещей, делайте добрые дела для себя, окружающих природы. Будьте здоровы.